Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связано тоже с освещением умного дома. В прошлый раз мы рассматривали системы умного дома от Philips Hue, где я демонстрировал главное устройство, это Philips Hue Bridge, благодаря которому подключается к нему до 50 лампочек, ну и до 12 устройств, там пульты, розетки и тому подобное к одному этому мосту. Ну и также продемонстрировал лампочки Philips Hue, как они реагируют, там Philips Hue Play, дальше Philips Hue Tube и Philips Hue Iris. Как они подключаются к телевизору Philips с Ambilight и осуществляют действие повторения зоны экрана, как и освещение Ambilight телевизора. В данном случае это сторонний производитель, соответственно лампочки стоят дешевле, практически в 2-3 раза, а может быть и меньше. Все это пришло у нас из Китая, доставлял Казань Экспресс. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Ну и давайте посмотрим, что из себя представляет лампочка. Вот они в таком виде приходят, лампочки. Умная лампочка. Бывают разнообразные варианты, ну а в данном случае у нас протокол ZigBee, как и Philips Hue для всех элементов Bridge, там Philips Hue Bridge и Philips Hue освещение. В том числе и программное обеспечение, как под Windows есть, но оно в меньшей степени приспособлено и там меньше функций, а вот для смартфонов, там под Android и под iOS, более богатый выбор функционала. Есть различные варианты, в данном случае у меня в виде свечки цоколь E14, есть E27 и есть различные варианты по свечению. Но в данном случае у нас представлен RGB, дальше от 3000 кельвинов до 6000 кельвинов, это обычное освещение, белый свет, там холодный либо теплый. Все это вы можете регулировать. Мощность 5 ватт, как здесь написано. И зона энергоэффективности у нас принадлежит КФ. Из-за того, что 5 кВт-час на 1000 часов расходуется. Также можно подключаться к Philips Hue Bridge. Вон различные варианты. Ну и давайте посмотрим, что находится у нас внутри. Внутри у нас находится лампочка и инструкция по эксплуатации. Только на английском языке. Вот продемонстрировано. Да, здесь есть странное подключение. Если вы будете подключать к Philips Hue Bridge, то вам нужно сделать следующую операцию. Это 3 раза выключить и 3 раза включить через 1 секунду. Вот он здесь продемонстрировано, этот вариант. И тогда, если у вас включен мост Hue Philips Bridge, то у вас эти лампочки все подключатся. Давайте это сейчас продемонстрируем. И что из себя представляет лампочка, обычная лампочка. И здесь продублированы те характеристики, которые у вас были на упаковке. То, что протокол ZigBee, переменный ток до 240 вольт и RGB свечение плюс холодное и теплое свечение 5 ватт. Вот такая вот лампочка. Ну и давайте подключим, посмотрим, как будет функционировать эти лампочки. Точно так же я подключу к телевизору и рассмотрим, как будет меняться зоны. Итак, приступаем.
лампочку стороннего производителя, которая может подключаться к системе умного дома Philips Hue, в частности, к устройству Philips Hue Bridge, которое позволяет подключить до 50 лампочек и 12 устройств. Там пульты, розетки, ну и тому подобное. У данных лампочек есть одно ограничение. Если вы возьмете приложение, то вы не сможете создать игровой так называемый режим, когда у вас комната будет продемонстрирована. И вы можете конкретно поместить в определенную зону, на определенной длине, высоте и так далее, относительно других лампочек, ну и самого телевизора. Но подключение к телевизору вы видели, все подключается, функционирует, также подключается к мосту Philips Hue Bridge. Странным способом, попеременно включаем, выключаем, и так три раза выключить и три раза включить. Тогда у вас мост найдет данные лампочки. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил о лампочках стороннего производителя, которые подключаются к системе умного дома Philips Hue. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.